Так что, пошел на работу? Да. Ну давай, помолись. Клемина Степановна. Попросим благословения. Я хотел еще сказать, там в этой, в хлебнице пастила лежит в мешочке. Это которая? Которую мы делали, пастилу. А, пастила, ну я посмотрю, да. Хорошо. Поешьте там. Эту рыбу-то, которую кошкам надо повыше, а то они ее раздерут. Нет, я ее убрал, все уже. А куда? А вон мешок. В сумку? Вот, мешочек, да. А то белый, он начинает теребить все. Ну, просто я имею в виду, когда у вас дело будет, это желание что-нибудь пожевать, вот пастилу пожуйте. Хорошо, тут особо там я работы никакой не наказываешь? Ну она есть работа, но я думаю... А какая? Ну вот капусту надо перебрать. А как делать ее, что? Она начала снаружи гнить, ее надо обрезать всю. Гнилью обрезать? Да. Я сейчас сделаю. Я часть обрезал. Вот, вот она. О, я вынесу сейчас. Ты хоть чем-то меня загружай на день-то ж. А то я в телевизоре торчу здесь. Вчера хотел флягу, думаю, сейчас вымою, пока тебя нету, и залью водой-то. Сунулся, фляга полная. Опять ты меня опередил. Ты меня ни с чем оставляешь-то. Это я совсем разложусь тут. Ну что, пошел, да? Да. Господи, благослови нас на всякое доброе дело и брата. И труд его сделай полезным и безопасным. Аллилуйя, аминь. Аминь. Ну, во славу Божию. Вещи-то нигде не оставляй зря. Нет. Держи при себе. Заранее деньги приготавливай заплатить. Едешь на автобусе? Да. И пораньше маленько домой приходи, чтобы не в потемках. Ага. Давай, ангела-хранителя тебе даст Господь. Вот Володя выходит на улицу. Пошел. Пошел. И вот здесь он должен появиться сейчас. Вот он идет. Выходит. И теперь должен подойти к дверям. О, на финишную прямую. Господи, благослови его. Сохрани брата Владимира и помилуй. Три поклона всегда у нас при выходе на улицу. Так, разблокировать надо калитку. Развязывает, она закрывается еще на ключ. Все, с Богом, помахал рукой. Видишь как? А беспризорник, ничейный был. О, Господь благослови его. Это сегодня у нас 16 октября 2019 года. Получается, вот так 10-го приехали мы октября. Все.